Привет всем, дорогие наши гости и зрители нашего канала и подписчики. Сегодня я буду готовить фаршированную капусту. Вот такой вот у меня вилочек небольшой. И для начала... и чем я ее буду фаршировать? Это у меня курица, грудка, луковица, шампиньоны, ветчина, сыр и зелень. Что я буду делать для начала? Сначала я ее возьму, и вот этот вот кочанчик, он такой плотный, я его должна проварить в кипятке. Так, какую часть возьмем? Вот эту маленькую. Воду я закипятила, круто ее посолила, она очень соленая, и теперь я кладу вот этот кочанчик, и пусть он у меня здесь размокает, чтобы у меня вот эти вот листочки хорошо снимались. Я убавила, у меня сильно кипело. Сейчас я прибавлю. Пусть оно проваривается пока. А я займусь начинкой. Начинку я буду обжаривать луковицу. Сейчас я ее порежу. Как всегда, я не чушь совсем сильно. Так, средний нарез. Сейчас разогреется сковорода, и я добавлю масло подсолнечное и обжарю вначале лук, потом курочку туда же и грибочки. Это у меня будет на один слой, а ветчина с сыром на другой. Ложки 3 масла. Бабулька меришь? Не знаю, как я меряю. Просто взяла, налила. Может, 4. На глазок. Я на глазок. Знаете, знает, сколько налила. Так, сейчас она у меня нагреется, а тут у меня кипит капуста. Вот. Кочанчик половинчатый. Сейчас я его помогу ему снять все листочки и немножечко их поварю тоже, чтобы они были мягкие, потому как я буду этот кочанчик в духовке делать, и там должно уже быть готовенькое все, чтобы не только запечь. Пусть еще проваривается. Опускаю лучок и обжариваю его. А тем временем я порежу. Идем сюда. Пока у меня там готовится все это, мне же надо все побыстрее. Я крошу куриную грудку. Я вот примерно так думаю, что здесь грамм 200. Я половинку взяла от грудки. Это я всю курицу пилю на части. С костей сварила супчик нам, такой нежирный. Гречку сделала. И вот еще и хватит на капусту фаршированную. Принимаю участие, пока варится там капуста. Листья снимаю. Капусту занимается. Я тут решил помешать. Нравится мне мешать почему-то этой лопаткой. Мешать, готовить. Размешивать. И мешать. Вот как он выпаривается. Так и хочется на хлеб наложить и похавать. Лук, что ли? А что, такой с масляком лучок. Надо луковый суп как-нибудь на видео готовить. Что-то мы вообще его не готовим. Сделаю. 3 минутки, наверное, обжарили. Теперь грудку добавляю. Ну, это вот это намазать на хлеб? Может, не надо намазывать это на хлеб? Без хлеба поесть еще. Можно без хлеба. С булочкой. Ну все, пусть обжаривается пока. Режу грибочки. Я их очень крупно режу. Вот. Это чтобы они у меня не пропали.
А вы можете вообще начинку делать любую, какая вам нравится. И семечек можно? Можешь из травы. О, это классно, недорого. Да. Заготовил осенью или летом сено. И вообще его, и зачем его готовить? Покушал, да и все. Да. Здесь капустка кипит, готовится. Тут грибочки с курочкой, с луком. Обалдеть. Тут я опять мешаю. Мешаю или размешиваю, даже не знаю. Перемешиваешь. Перемешиваю. Лариса говорит, помешай. Я и мешаю. Вот сейчас уже почти готово это. Солю по вкусу и перчу по вкусу. А я все мешаю. Короче, я понял, что Ларисе понравилось, как я тут мешаю. Размешиваю, да. А у меня капуста вот этот сам по себе вилочек, он такой жесткий, такой сорт, наверное. Поэтому я попробовала, ну, не мягкий. И тебе это нравится? Что? Что он такой жесткий? Ну, смотря для чего, например. Если для хранения, то он хорошо, конечно, хранится. Вот, а я все мешаю. Сколько уже много мешаю? Ну, 3. Да ну нафиг, больше. Ну еще поругайся со мной. В жизни еду не готовил, вот заставляют меня. По старости лет. Размешивать тут нечего. Все, готова уже начинка, выключаем ее. Я вот натерла сыр на терке, тут примерно, наверное, 200 грамм. Так, и сейчас вот здесь 160 грамм ветчины. Сейчас я порежу тоненькими ложечками. Лучше, конечно, порезанную брать. Ну, дороже. Какая, в принципе, разница? Я все равно из этого буду делать начинку. Ну все, порезала. Взяла листик, застелила его фольгой. Отойди, пожалуйста, а то это... Это как называется? Пэм. Это из Америки. Краска? Я побрызгала. Там подсолнечное масло. Что я делаю? Вот когда голубцы делаешь, то листики ровненькие все должны быть. А тут вот... Беру просто, я сейчас как бы по кружочку буду раскладывать вот такие вот эти капустные листики. Первый ряд я уже выложила, теперь у меня второй. Я вниз стараюсь вот эту мелочь все уложить. Вот. Теперь, значит, я сюда положу. Вообще для начинки, я уже говорила, все что угодно. Это русская пицца типа? А если фарш положить с рисом? Будет как ленивый голубец. Больше выложить начинки. Такая сытная получится капусточка-то. У меня маленький вилочек был. Был бы побольше вилок. Так, все, я всю капусту использовала, чтобы ни крошки не пропало. И теперь я сюда кладу ветчину. Главное, колбасу используй. Ой. У меня зелень была замороженная. У меня укроп и лук.
И сейчас я посыплю сверху сыром и поставлю все это в духовку минут на 25, разогретую. 220 градусов. Да, но я убавлю духовку где-то градусов до 180. А вы смотрите по состоянию своей духовки. Все, я ее сейчас отправляю в духовку и будем ждать результата. Хорошо. Вот так. Прошло 20 минут. Вот так это все выглядит. Сейчас это остынет и можно будет разрезать. Горячее же не будем, все будет тянуться, сыр тоже. Вкусненько. Запашок, я вам скажу, хороший. Я разрезаю фаршированную капусту, чтобы показать, как это выглядит в разрезе. Нет, не дождались, пока не дождались. Она остынет. Поэтому тут немножечко покрошилась. Вот такая вот она в разрезе. Снимаем пробу. Ничего себе. Горячее все. Как тебе? Очень отлично. Вкусно. Все отлично. Кушайте на здоровье. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь, не забывайте на наш канал. Не забывайте ставить лайки. Всем пока-пока!